Второе включение с финального стола. Betfair Poker Live Прага. Главный турнир фестиваля. Только что выбыл Петр Симаков. Он занял 8-е место. Петр, может быть, какие-то подробности расскажешь, как же это произошло? Ну, собственно, что в подробности. Изначально садился за стол со стеком ниже среднего. А перед последней раздачей, собственно, стек был М8. На катофе я был, у меня туз 9. В общем, за сегодняшний финальный стол это вторая по силе рука, которая у меня была. Делаю рейс, блайнды 2,5-5, делаю рейс 12,5. С баттона человек меня переставляет. При том, что переставляет он достаточно часто. И в прошлый раз, когда он переставлял, я видел у него, ну, когда он с позиции переставлял рейзер, у него было 8-4 разномастные. Вот. Против такого широкого диапазона ререйза, в общем, с таким коротким стеком паса, в общем, нету. Ну, в данном случае у него оказалось 2 валета, и таким образом я и закончил. Ты вот считал, что у тебя сильнее рука вот в тот момент, когда ты, ну, делал ререйс? Я допускал, что моя рука сильнее, причем там с вероятностью 50 на 50, а с учетом короткого стека и скорого блайндзапа у меня стек оставался М7, а при блайндзапе у меня стек бы оставался М5, то есть, в общем, ждать особо нечего. В кулуарах вот ходили разговоры о том, что несколько лузовый это был рейс all-in, потому что fold equity не было у соперника. Ты не жалеешь о том, как ты сыграл? Ну, во-первых, fold equity было, в моем понимании, да, потому что ему пришлось бы доставлять, он сделал ререйс 30, ему доставлять пришлось бы там 60 с небольшим. Вот, при его стеке в который у него оставался около 100, это, в общем, критическая цифра. И если у него была рука среднего, там, туз 10 и ниже, я думаю, он бы просто выбросил. Ну, таким образом, в общем-то, ты не жалеешь о том, как сыграл. Просто так вот случилось, что у него 2 валета. Ну, абсолютно не жалею. Причин того, я говорю, я вчера играл с этим человеком за столом, я видел, на чем он трибетит. Сегодня это еще раз подтвердилось, просто он сидел рядом, поэтому руку я его видел пару раз. В общем, я не жалею ни о чем, считаю, что против этого человека я сделал абсолютно правильное действие. Тем более с тем стеком, который у меня был. В общем, как ты оцениваешь свое выступление? Я понимаю, что хотелось бы большего, но, в общем, хоть частично удовлетворен? Ну, частично, безусловно, потому что, ну, ни одного минусового турнира из серии Betfair у меня еще не было, и этот не исключение. Он тоже плюсовой. Поэтому, в общем, что, финальный стол — это уже есть достижение, тем более, когда это происходит регулярно, это говорит о постоянстве. Что... А стабильность, как известно, признак класс. Думаю, так это ты имел в виду. Ну что ж, будем надеяться, что эта успешная для тебя традиция будет продолжена. Остается только тебя поблагодарить за интервью. Спасибо.